Николай Бабин со своей семьей живет и работает в деревне Васюково. Личное фермерское хозяйство он организовал 3 года назад. Территория просторная. Здесь расположились как помещения для скота, так и жилые дома. Фермер держит коз, коров, свиней, лошадей, кроликов, кур, гусей и уток. В деревне производят все виды молочной продукции. Как говорится, без консервантов и ГМО. Приобрести продукцию можно на территории деревни Васюково. Новые черно-пестрые породы. Вот, хорошие коровы, продуктивные, хорошее качественное молоко. Вот, кормим экологически чистый, так сказать, сенаж, сено, которое представляет, так сказать, нам помогает совхоз, который здесь ближайший. Для школьников и детсадовцев в Васюкове организовывают специальные экскурсии, чтобы дети могли поближе познакомиться с домашними питомцами и приобщиться к природе. Парное молоко бесплатно наливают всем желающим. Администрация Солнечногорского района выразила готовность оказывать хозяйству содействие в работе и поддержку. Помочь организовать экскурсии из садов, из школ, да, то есть тоже нам ничего не будет стоить, но вы там были, вы видели там прекрасные вот эти животные, дети будут более познавательны, да, дети будут ближе к земле и что-то для себя подчеркнут. А тем самым мы поможем предпринимателю, так сказать, развивать его бизнес. Екатерина Фокичева, Илья Ходорковский, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».